концепция фильма шикарная. И если она понравилась Ивану Валерьевичу Шабанову, то, ну, наверное же, что фильм удался. Да, мне фильм понравился. Я очень много таких сложных было моментов. Ну, как-то ребята так замахнулись прям широко, такое постмодернистское переосмысление, но выдержали эту планку. Прям молодцы, мне понравилось. Всем советую, всем идти. Всем идти, особенно парням с девушками. То есть это милое, романтичное времяпрепровождение. Приходите во все кинотеатры России, не России, с 14 февраля на «Золушку». Спасибо.